Продолжаем выпуск. Астана и Брюссель проведут в этом году совместный бизнес-форум в Бельгии. В нем примут участие 200 предприятий двух стран. Об этом стало известно в ходе визита делегации нашей страны во главе с вице-министром торговли и интеграции Канатом Турибаевым в Брюссель. На 7-м заседании Комитета сотрудничества Казахстана и ЕС в торговой конфигурации стороны обсудили экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также реализацию всех сфер соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Это стандартизация метрологии, применение фитосанитарных мер, а также расширение партнерства в сельском хозяйстве. Рассматриваются, как я сказал, приоритетные вопросы, в том числе развитие проекта в области редкоземельных металлов. Я думаю, что такие встречи достаточно полезны, чтобы мы могли прийти к общему знаменателю. Прошлый год уже также мы достигли высокого показателя товарооборота с Европейским Союзом, который составил больше 41 миллиарда евро, что по данным как и казахстанской стороны, так и европейской стороны показывает рост около 5%.